проводить эффективный общенациональный диалог. Дмитрий Медведев также вручил знамена атаманам войсковых казачьих обществ. Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Президент поздравил казаков и отметил их роль в развитии страны и обеспечении ее безопасности. Сегодняшний день, 7 декабря, войдет в историю российского казачества как день возрождения важнейшей традиции – вручения войсковых знамен. И глубоко символично, что на этих главных воинских реликвиях золотой нитью вышиты слова «Во славу Отечества». Казачество сыграло огромную роль в развитии нашей страны, в ее защите. Во многом казачество было творцом российской истории. Государство поддерживает стремление казаков возродить исконный уклад жизни, свои самобытные культурные традиции и духовные ценности.